почему 26 октября я вместе со всеми казахстанцами выйду на мирный митинг? Потому что сейчас молчать — это смерти подобно. Это измена родине. Это непростительное малодушие, трусливое подлое предательство. Своим молчанием и привязанностью к своим диванам мы предаем свое будущее. Сидя дома и с пустым взглядом, со страхом, наблюдая за тем беспределом, который творится за экранами наших смартфонов и компьютеров, мы являемся соучастниками преступления. Власть имущие объявили нас скотом, показали нам место в стойле, всячески преследуют свободу слова. Тюрьмы наши заполняются политическими заключенными. От этого нашего конституционного права свобода слова осталось одно лишь слово – свобода. И все на этом. Теперь эта власть активно помогает Китаю завоевать наши территории, нашу страну. И это при том, что Китай занимается преследованием мусульман. Казахи исчезают в их лагерях перевоспитания, уничтожаются мечети. Невозможно вот остаться спокойным, зная все их изуверские фашистские методы, применяемые к нашим сородичам, к мусульманам. Тем более ввергает в шок действия наших властей, которые нас, как своих рабов, продают китайцам. Для них существуют только они, власть, продавцы своей родины и выгодный покупатель, китайская сторона. Мы, народ, для них сейчас бессловесный скот, который только в Конституции прописано властью. Я выбираю митинг, я выбираю выражение своих прав. Я против китайской экспансии. Почему китайцы должны заполнить наши территории своими заводами, работать здесь, а мы должны остаться без работы? Мы и так, мы и сейчас без работы. Почему китайцы должны получать по 2 миллиона тенге зарплаты, а мы должны получать минимальную заработную плату? И это в лучшем случае, если все-таки для нас найдется работа. Может случиться так, что китайцы и здесь откроют лагеря перевоспитания для нас. Пусть этот Назарбаев и вся его компания в первую очередь обеспечат нас, свой народ. Себя-то они уже на миллионы лет вперед обеспечили. Я против этой власти, которая занимается торговлей своей родиной. Я требую отставки правительства. И я обязательно 26 октября выйду на митинг против китайской экспансии. Я против продажи родины. Я не буду никогда рабом.